Поскольку его приговорили к пожизненному заключению без права досрочного освобождения. Когда зачитывали приговор этому 18-летнему парню, он качался взад и вперед в своем кресле, а родственники жертв поднимались на трибуну и называли его тварью, желали ему чрезвычайно медленной, мучительной погибели и говорили, что его следует запереть как животное. В ответ на все судебные разбирательства Лейн всегда оставался с каменным лицом и не признавал своей вины. Когда ему была предоставлена возможность обратиться к судье, парень отклонил совет своего адвоката и сделал короткое шокирующее заявление. «Эта рука, которая нажала на курок, теперь повторяет это в памяти. Я показываю всем вам факт». В суде послышались вздохи, а некоторые вообще начали плакать. «Честно говоря, я не был к этому готов», — сказал прокурор Джеймс Флейс после...